Тест на COVID-19 у ВРИ у главы Дагестана показал положительный результат. Об этом сообщают в пресс-службе главы и правительства республики. По данным источника, Меликов не жалуется на самочувствие, он находится на самоизоляции и следует предписаниям врачей. Болезнь существенно не повлияла на рабочий график Меликова, он продолжает взаимодействовать с чиновниками в дистанционном формате.